Начну, пожалуй, заново. Прошлую игру я не доиграл, спать хотел. Неплохо играл, мне понравилось развитие игры. Сейчас решил играть заново. Это был последний мой сохраненный файл. Начну заново. Тактическая ракета очень эффективна против зданий. Все, что я успел перевести. Так, что там? Командир. Так, не забудь играть кнопки. Сначала наука прокачаю. Здание удешевляю. Стоимость здания на 5%. Ускоряю строительство на 10%. И радар на 30% увеличиваю. Эффективность радара на 30%. Все, экстракторы материи сначала. Командир меня строит. Идет сюда. Строитель. Инженер. Еще строит экстрактор материи. Еще один инженер. Я использую горячие кнопки иногда. Учусь их использовать. Так, теперь. Командир будет строить потом экстрактор материи. И что еще построит он? Подумаю. Есть время подумать. Инженер свободный есть. Начинай строить генераторы энергии. И лаборатории. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И этот инженер что будет строить? Ничего не будет строить. Он будет отдыхать. Вообще. А нет, почему? Он пойдет тоже на развитие. Есть время. Надо захватить больше ресурсов. Отожрать кусочек побольше. Так, это нельзя строить. Мне дорого. Оборонную пушку. Так, экстрактор материи надо схватить. Строить пушку. Выстраивание обороны замедляет развитие. Что же делать? А без пушки экстрактор не простоит. Экстрактор материи. Отставлю пушку. Еще экстрактор. Если успею. Так я еще не пробовал играть. Если я не захочу эти два экстрактора, то это отбросит мою экономику назад. Каждый экстрактор приносит мне сейчас материи 0,8. За один такт времени. За один, как в Майнкрафте говорят, тик. За один тик. Может быть, это секунда, я не знаю, или полсекунды. О, командир бездельничает. Замечательно. Пойдет защищать вот это место. Успел построить экстрактор материи, молодец. Вот. Пушка стоит 181 материю. Значит, экстрактор материи добывает 0,6 материи сейчас. Экстрактор материи набирает опыт и начинает добывать больше материи. Только что я сделал такое открытие. Да. Со временем экстрактор материи наращивает производство. В общем, одну пушку стоит ставить. Одну пушку стоит ставить. Так, это панель здоровья, панель прочности. Зелененькая полосочка. Я ее уберу, неудобно на них смотреть. Вот, вся материя моя закончилась. Науку еще не прокачал. Так, и ты меня построишь, не знаю, радар нужен здесь. Я радарами не умею пользоваться, не понимаю.
О, оп, ага, мой командир. Давай. Преследую их. Он их сдерживает. Молодец, командир. Угу. Материя накапливается уже. Ну, моему командиру нипочем эти маленькие роботы. Так, лаборатории строятся, научные станции. Вредные роботы ждут чего-то. Ну и пусть ждут. Так, ну что ж, время развиваться. Время развиваться. Все, остальные научные станции потом будем строить. Сейчас нужно уже экономику раскачивать и оборону. Потом оборону вовремя надо построить. Примерно через 25 минут игры или меньше начинаются ядерные атаки. Ядерные ракеты начинают на меня лететь. Надо противоядерную оборону построить успеть. Для этого я замедляю немножко науку. Оп, так, пушка Гаусса. Против роботов. И сейчас зенитки построю против самолетов. Так. Радар построил. Радар очень хорошо помогает. Так, командиру. Командир построит еще здесь радар. Радар ненадолго, его сразу же убивают компьютеры. Я играю против трех компьютеров. Два компьютера нормальный уровень сложности и один компьютер легкий уровень сложности. Ну это довольно мясная игра получается. Сейчас зенитки будут. Так, командир, давай построй теперь фабрику такую. Как ты любишь? Нет, не здесь. Вот здесь. Вправо. Зенитки поставил. Все. Бомбардировщики упали. Так, чтобы этому приказать, да ничего, этот отдыхает. Будет металлом собирать, если самолет будет рядом. Чтобы я его случайно не трогал. А, нет, пусть так стоит. Без дела. Так, этот построит немножко инженеров. 20 инженеров мне понадобится. И ремонт. Строительная башня будет сейчас у меня на генераторах энергии. Появится строительная башня. Где-то она появилась. Ну все, начинаем развивать экономику. Сначала генераторы энергии. Так. А наука так. По мере накопления ресурсов будут строиться научные станции. Они уже не в приоритете, их много сейчас. Так, ты уже строй оборону здесь. 3. Оборону. Пушками сложно обороняться моими. Они, у них небольшой радиус действия, недалеко стреляют. Их нужно много строить. Так, одного инженера надо сюда, чтобы собирал металлолом, наверное. Хотя там мало металлолома. Не надо. Так, ты что будешь строить? Ну все, генератор энергии надо уже строить. 5 на 5 квадратики будут. Построю 4 квадратика. Хотя это мало. Еще один инженер. Опять же. А, это 4 на 5 получилось. Опять. Ой, это командир.
перепутал кнопки. Это командир, а это... Это инженер. Так, тоже построишь 5 на 5. А, не, не, а вот здесь. 5. 3 квадратика попробую построить. 3 кластера. 4. Хотя бы их удержать будет вообще классно. Еще кластер с генераторами энергии. Где-то вот здесь рядышком. Попробуем. Что получится, даже не понимаю. Так, 3 кластера с генераторами энергии строю. Так, прокачиваем все, что я накопил. И оборона, оборона, оборона. Пока что от самолетов и роботов. Оборона. Все, экстракторы, конвертеры материи сейчас будем строить возле, возле фабрики. Ой, пристройки не построил. Пристройки к фабрике не сделал. 7, 8, 9. Да? Не годятся. Они недорогие. Так, чтобы еще прокачать первые необходимости. Щиты. И экономика. Щиты, экономика. Так, сколько кластеров у меня? 3 кластера, ну еще один кластер я здесь поставлю. Вот, вот эти генераторы энергии я буду называть кластерами. Это допустимое слово. Кластер. 4. 5. 5 на 5 квадратиков. Ой, чайник, кажется, вскипел. Вскипел. Хотя я уже кофе попил перед тем, как поиграть. Перед тем, как начать играть. Щиты могу уже строить, как удобно. Генераторы материи уже появились. Дел глянь. Где мой? Что же делать? Что же делать? Как же быть? Потери, потери. Ну так. Как же без потерь? Я жму. Так, сейчас компактненько защитимся. Так. А, не убивайте его. Он хорош. А, нет, не убьет. Все хорошо. Так, прокачаю для начала здания всякие. Тук-тук. Так. Конвертеры энергии. Оп. Активировал. Они конвертируют лишнюю энергию в материю. Полезная вещь. Так, компенсирую утрату генератора энергии. Где у меня еще слабые места? Сейчас посмотрю здесь. Слабые места. Так, этот защищает, здесь защищает, здесь защищает. Здесь не пройдет никто. Так, здесь надо поставить что-то. Нет, они отсюда не ходят. Это все-таки у меня, я против компьютеров играю. Их поведение относительно предсказуемо, не так как у людей. Они более предсказуемы. Так, попробую здесь поставить пушки. Так. Здесь тоже. Сначала пушки, потом щиты. Скоро уже артиллерия по мне начнет.
лупить. Так. Ну, хорошо, еще подготовиться надо. Чтобы я сразу все не потерял. Потери будут. Может быть, не такие большие. Так, противоядерная оборона я уже прокачал. Немножко. Конвертирую опять лишнюю энергию. Так, резервный. Резервную батарею конвертеров надо мне. Где-нибудь здесь, может. 4. 8. Так. Вот, 20 инженеров уже построил я. Так, здесь мне надо тоже щиты. Какой-нибудь свободный инженер построит щиты. Мне здесь много щитов надо. 4. Здесь у меня сильно очень бьют враги. Здесь надо тоже укрепиться. Причем хорошенечко. 4 на 4 у меня тут будет. А, нет. Нельзя так. Ну, здесь. А, вот тут что? 3, 3 и 2. Апкип у меня. Нельзя очень много башен строить, зданий. Потому что ограничение количества юнитов 500. Идеальную защиту не могу построить, потому что, ну, не смогу ничего больше построить. Ни армию, никакую. Вот они атакуют мой радар в первую очередь. Какие вредные. Так, ядерные установки уже могу строить. Так, 4 моих кластера энергетических почти готовы уже. Оборона еще не готова. Ресурсов не хватает на строительство. А, уже хватает. Так, щиты надо ставить какие-то. Так, сюда щиты. Бьют меня сильно очень враги мои. Четыре. Страшно смотреть на все эти взрывы. Бьют сильно. Артиллерия бьет сильно меня. И... 6. Так. 6 генераторов. Здесь очень важно генераторы поставить много. Но командир чем занят? А, пушки строить. Ну ладно, пусть строит. Командиру надо стоимость понизить. Он же может хорошо строить. Вот. Удешевление на 15% строительства. Строитель. Командир хороший строитель. На 15% удешевляется. То, что он строит. Так, радары у меня многое показывают. О. Это кто, инженер? Путешествует. Это он, попав в поле зрения моих юнитов, теперь мы видим. И теперь пока его радар сопровождает, мой радар, пока он под моим радаром, я могу видеть, что этот инженер гуляет по моей территории. Так, теперь здание еще чуть-чуть прокачаю. Это прочность зданий, урон пушек увеличивается и удешевляется. Стоимость зданий ускоряется их производство. Вот эти вот эта полоска прокачек. Так, где бы мне еще щиты поставить? А, вот здесь еще важно. А, вот тут важно. Оборону хорошую делать. Тут они меня сильно атакуют.
4. Ой, не ту кнопку нажал. Так. Важно не ошибиться. Я только кнопку нажму. Знаю, что будет дальше. Ищи ты, ищи ты. 4. 2. Много щитов. Щиты построить. Здесь надо щиты построить. Вот. Ко мне пришел котик. А, тут щиты строят. Ну еще щит один здесь поставлю. Так, наука хорошо прокачивается. Конвертирую, не забываю конвертировать. Так. Плюс 755. 4 кластера энергии. Это плюс 700 энергии. Слабая экономика. Это мало. О-оу. О-оу. Щиты забыл построить здесь. В этом. Не забыл. Не успел. Что будет? Что будет? Интересно посмотреть. Да, моя оборона довольно эффективна здесь. Держится. Артиллерия, артиллерия. Все, пока пора противоядер ставить. А, бьют, бьют. Больно как. Пы, компы. Так. Так, немножко командира прокачать. Как не знаю, что дать. Щит. Броневой. Так, капсула спасательная. Сюда надо щиты поставить. Много. Начинаются артиллерийские. Начинаются артиллерийские залпы. Артиллерия начинает долбить меня. Так, здесь вот уязвимое место надо убить. Вот здесь нужно много щитов. У меня очень важный объект. Конвертеры энергии. Здесь вся моя экономика в этих конвертерах. Здесь тоже. Труд 2. Все, конвертирую следующую энергию. Так, экономика у меня не очень мощная, плюс 800 энергии. На этом я решил ограничиться. Теперь надо эффективно израсходовать мое время и мои ресурсы. А, я не успел противоядерную оборону построить. Все. Сейчас придет, прыгут сейчас ядерные ракеты ко мне. Начну отсюда. Вообще, почему не планирует? Не быстрее строить, ну ладно. Артиллерия. Щиты строятся. Что здесь? Где щиты-то мои? Ты куда идешь? А, shift нажимаю, все вижу, что планируется строить. А, щиты строятся. Где у меня слабое место? Здесь. И слабое место. Построить пару щитов здесь. Так, так, радар еще живой. Это здорово. Это уже прогресс. Так, это все командиры я прокачиваю. Пока что. Так. Противоядерка сейчас будет сейчас готова. А, ресурсов нет. Так, загружу строительство одной. Нет ресурсов на строительство. Противоядерных ракет. Это плохо. Это сейчас ко мне прилетит ядерная бомба, значит. И я ничего не сделаю. Оп. Заказал первую ядерную бомбу. Противоядерной ракетой. Одна противоядерная ракета строится. А, будет строиться сейчас. Все. Ага, пошел.
Кто-кто? Так, теперь нужно еще одну противоядерную вышку построить. В любом месте. В любом месте это вот так. Тут у нас хорошо или не так хорошо? Это вот здесь. Экономика у нас слабовата. Вторую противоядерную ракету сейчас будут строить. Вот первую уже почти готова противоядерная ракета. Щиты, щиты слабоватые. Щитов мало. Так, командира еще прокачаю. Конвертирую энергию в материю. Сюда закажу тоже противоядерную ракету одну. Ну все. Пока кажется... О, здесь надо чуть-чуть тоже держать. Командир чем занят? Ничем. Сейчас у меня построят здесь пару щитов еще. И... Раз, два, три. Я могу экономику еще сильнее прокачать, но не хватит. Ну, то есть ограничение числом 500, количество юнитов не позволит мне сильно развиться. О, где мой строитель? Здесь нету. Мой инженер пропал. Его грохнули чем-то. С помощью артиллерии. Еще с помощью чего-то. А, бьют артиллерии по этим местам. А генератора энергии у меня здесь нет. Никто не ремонтирует. Ну, отправлю сюда инженера, может, чем поможет. И не успеет. Потрачу ресурсы. Ну, попробую. Чем черт не шутит? О. Знакомые снаряды. Экспериментальная артиллерия работает. О, надо зенитки строить. Че у меня противоядерка работает? О. Так, здесь противоядерка работает. Все. Более-менее уже есть противоядерная оборона. Экономику успел как-то выстроить. Теперь не утратить позицию. Так. Броня командира. Урон командира. Эффективность командира в ближнем бою. Еще конвертирую. Так, щиты есть. Открывают все. Так. Тут 9. Все. Теперь все ресурсы на противоядерную оборону. Так. Сюда у меня не достает обороны. Сюда нужно ставить одну противоядерную. О, командир. Ну ладно. Сколько у меня их? Раз, два, три. Я потерялся. Быстро спрос командир, быстрее, чем инженер. Видно. Оп, это что? Это ракеты. У меня летят много-много снарядов. О, командир быстрее инженера построил. 4. Противоядерных 4. Хватит мне их. Конечно, нет. Красиво опять. Так, все. Ставлю строительство
на очередь строительство артиллерии. Так, пора воздух уже прокачивать. У меня очков на улице много. А, сначала своих инженеров прокачаю. Таким образом. Теперь крепость построю. Крепость. Могу построить крепость и бомбардировщик прокачаю. Так, противоядерная. Так, смотрю, где артиллерия пробивает меня, нет, где-нибудь? Меньше экономики, то есть слабее. Я слабее прокачал свою экономику, но усиливаю оборону. О, и здесь я построился. Как удачно. Сюда тоже, да, я противоядерку поставлю. Может, успею? Четыре. И зениток. Немножко. Так. Такая батарея. Эй, к чему это приведет? Так, бомбардировщиков чуть-чуть прокачиваю. Ресурсы. Противоядерка. Сюда тоже надо будет противоядерку строить, ракеты противоядерные, если успею. Так, одну хотя бы. Хотя одна, если компьютер меня будет ядерными бомбами атаковать, то эти ядерные бомбы могут полететь в количестве 4 одновременно. Одна противоядерная ракета не поможет. Попробую еще. Ну, 5 на очереди строительства. 9. Все. Горячие кнопочки у меня. Я буду убирать. Так, ну и ядерки. Ядерную шахту надо строить. Потом. Сначала крепость. О, бомбардировщик достает. Потому что щиты. Щитов здесь нет. Ну, поставлю пару щитов здесь тоже. Так, еще бомбардировщиков прокачиваю. Регенерация, ну всякие бонусы для бомбардировщиков. Так, тут чуть-чуть у меня слабоватая оборона. Вот эту пушку достаю. Страшного. Не критично. Оп, баг какой-то. Не понимаю, почему мои экстракторы энергии и вот эти конвертеры материи перестают работать. Блин, прекрасный. То ли баг в игре какой-то. Вот эти рабочие, а вот эти все не рабочие. Их все надо разобрать сейчас. Вместо них поставить другие. Тогда все будет работать. Вот как Суперастрона. Взрывать их нельзя, взорвется все вокруг. Так, пока одна батарея конвертера будет работать. Так, прокачаем бомбардировщиков, которых я еще не стал строить. А почему бы теперь не начать строить их? О-о, что-то я пропустил. Зенит не построил. Зенитов надо много. Оп, ой, сильная битва. Надолго ли их хватит, сейчас узнаем. Это кранты, это провал всей моей обороны. Слабо. Слабо. О-о-о. Все разбили. Где мой командир? Я его для этого и прокачивал.
Ох. Все. Меня раздавили в этом месте. Я уязвимый. Так, попробую успеть. Попробую успеть. Все, я тут сейчас. Вернуть свою позицию. Так, этот построит щит. Ядерный бомб у меня не достают. Вот так. Так, где у меня артиллерия добивает? Пока не особо. Немножко пробивает. Это не опасно. Если чуть-чуть меня достает артиллерия, это не опасно. Какой-то незначительный урон может нанести. Так, пора строить крепость. И рано еще. С этими штучками. И потом построю конвертеры обратно. Так, осталось 4 живых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так вот. Придется. Так, прокачал я бомбардировщики. Все, я все научные здания построил. Все научные исследования осуществил. Прокачать чуть-чуть можно инженеров. Это уже, ну, в моей игре в данной тоже не нужно. О, а эти что стоят? А. Так, у меня излишки ресурсов. Излишки материи. Не успел. Не успел ничего сделать, нельзя. Сейчас он построится. Так. Я не успею. Где мой командир там? Дай. А? О, командир поможет. Командир целую армию. Так, я должен сейчас быстренько все исправить своими инженерами. Да, радар, кажется, я потерял. Ставим. Так, какой-то инженер сейчас он. Какой-то инженер он строит. Еще пару щитов. Так, командиру ничего не опасно сейчас. Так, генератор энергии для ремонта. Для ремонта генератор энергии надо ставить. Так, где все построить? О, все! Командир, где он? Где он? Где мой командир? Оу, оу, оу. Что ты будешь делать? Это бесполезно. Знаешь, куда ударить? Командир уже ничего не делает. Сильны. Только крыторы могут. Опа, командир, конец.
то, что ты будешь делать. Как против них? Вот справа они напали. В следующий раз надо будет построить здесь, ну, более мощную локальную оборону, более сильные пушки. Казалось бы. Все остальное безупречно. Больше нигде мне ядерные атаки не произошли, потому что противоядерная оборона сильна. Не знаю, компьютер, может быть, читер. Не атаковал в этот раз меня ядерными бомбами. Статистика моя. Да, счет у меня 200 тысяч очков. Юнитов я убил 599. Ресурсов добыл. Собрал максимальное количество, рекордное. Исследование у меня максимальное. Почти, да, максимальное количество очков науки. Останавливаю запись.